прочь отсюда! Тебе здесь не рады. Тебе здесь не рады. Так вот, пока мы не вошли... Ладно, не переживай. Когда попадем внутрь, тебе уже не придется нянчиться со мной. Насколько я понимаю, леди Сирана отсутствовала очень, очень долго. После стольких лет... После стольких лет... Вот и пришли. Заходим. Я не хотела бы с тобой это обсуждать, если ты не против. Прости, дело не в том. Просто я не знаю, кому могу доверять. После стольких лет... Да как ты смеешь входить сюда? Постой. Сирана? Это и вправду ты? Глазам своим не верю. Мой лорд, друзья, Сирана вернулась. Похоже, меня ждали. Поверить не могу. Моя давно пропавшая дочь наконец вернулась. Надеюсь, мой древний свиток у тебя. И после стольких лет это первое, о чем ты спрашиваешь? Да, свиток у меня. Конечно же, я счастлив видеть тебя, дочь моя. Неужели обязательно произносить это вслух? Ах, если бы только твоя предательница-мать была здесь. Я бы заставил ее посмотреть на это воссоединение, прежде чем встеть ее голову на пику. А теперь скажи мне, кого это ты привела в наш зал? Это мой спаситель, которому я обязана свободой. Прими мою благодарность за возвращение моей дочери. Скажи мне, как твое имя? Я Харкон, здешний лорд. Моя дочь уже сказала тебе, кто мы такие. Может быть и зря, ибо все старейшие и сильнейшие вампиры Скайрима подчиняются мне. Сотни лет мы жили здесь вдали от тягот этого мира. Но всему этому пришел конец, когда моя жена предала меня и скрылась с тем, кого я ценил более всего. Тебе посчастливилось оказать мне великую услугу, и я должен наградить тебя. Есть лишь один дар, которым я могу отплатить тебе за спасение
древнего свитка и моей дочери. Я предлагаю тебе мою кровь. Прими ее, и ты станешь львом среди ягнят. Люди будут дрожать при твоем приближении, и ты никогда больше не будешь бояться смерти. Тогда ты станешь добычей, как и все смертные. Я пощажу твою жизнь на этот раз, но буду вынужден изгнать тебя отсюда. Может быть, ты нуждаешься в убеждении? Узри мою силу! Вот сила, которую я предлагаю. А теперь делай свой выбор. Стой спокойно. Требуется время, чтобы привыкнуть. После моего укуса тобой овладела дремота. А теперь твоя плоть уже приспособилась к новой крови, которая льется по твоим жилам. Поверь, тебе не причинили никакого вреда. На самом деле твоя сила удивляет меня. Не все смертные способны вынести мои объятия. Святилище Молога Бала, могучего принца Даэдра, отца всего нашего рода. Наша сила — это благословение от него. Это он наделил меня даром древней крови. В эпоху давно минувшую и всеми забытую, я был великим королем. Царство мое было велико, владение беспредельной, силы безграничной. И все же, когда моя смертная жизнь подошла к концу, я столкнулся с врагом, который казался непобедимым, с моей собственной смертностью. Я поклялся в верности Молоку Балу и принес ему в жертву 1000 невинных. А в награду он даровал вечную жизнь мне, моей жене и моей дочери. Вот так я и победил смерть. Под моим руководством ты станешь смертоносным оружием, повсюду вселяющим ужас в сердца смертных. А теперь слушай меня и делай то, что я приказываю. Истинную силу древней крови можно обрести лишь в форме вампира-лорда. Прими мантию вампира-лорда, и мы продолжим.
сдаться. В этой форме ты сможешь вытягивать жизнь из своих врагов правой рукой. Левой рукой ты сможешь призвать магию крови, чтобы воскрешать мертвых. Ты также можешь призвать силы ночи, чтобы обратиться в стаю летучих мышей и появиться снова уже на некотором расстоянии. Если же у тебя закончится магия, ты можешь опуститься на землю и сражаться как зверь. Сделай это сейчас, и мы продолжим. Хорошо. На земле ты слабее, потому что у тебя нет доступа к магии крови. Однако силы ночи все еще подчиняются тебе. А твои клыки остаются могучим оружием. Со временем силы твои будут расти, и ты будешь находить новые способы использовать свой дар. Тебе еще многому предстоит научиться. Но если ты овладеешь силой вампира-лорда, мало кто сможет противостоять тебе. И последнее, что тебе следует знать. Когда ты убиваешь смертных, высасывая из них жизнь, ты приобретаешь новые силы ночи и магию крови. У меня в замке есть загон с трелами. На случай, если тебе понадобится покормиться, как простым вампиром, избегая солнца. Больше мне нечему тебя учить. Но если тебе нужно напомнить какой-нибудь из уроков, только попроси. У меня есть задание, которое позволит тебе испытать свои новые силы. Но сперва скажи, есть ли у тебя вопросы? Став вампиром, ты получишь новые силы, но станешь бояться солнечного света. С каждым днем, когда ты не пьешь кровь, ты будешь все уязвимее для солнца. Но и сила твоя будет пребывать. Пей кровь спящих, и твоя уязвимость перед солнцем отступит. Но вместе с ней уменьшатся твои силы. Хорошо. Иди и поговори с Гораном Моретти. Скажи ему, что время пришло. Он поймет. Пожалуйста, хватит. Какая мне ничего не сказали. А, я
ясно. Я-то просто подумал, что он послал за нами обоими. Какая неприятность для тебя. Я выше мелочных дрязг. Не в моем возрасте заниматься ерундой. Я навидался политических интриг в доме Дресс. Они мне еще тогда надоели. А теперь еще больше. Лорда Харкона, знай свое место. Так чего хочет лорд? Так-так, значит, ему нужна чаша. Тебе доводилось слышать о чаше из гелиотропа? Это тщательно охраняемый секрет. Чаша уже довольно давно находится у лорда Харкона. Она способна значительно прибавить нам сил. Но он пренебрегал ею годами. Если он решил наполнить ее сейчас, нас ожидает нечто великое. Это хорошо. За мной. Я отведу тебя к ней. Лорд Харкон никогда раньше не пользовался чашей. Он всегда полагался на собственные силы. Какие интересные перемены. Пусть другие занимаются политикой. Я служу лорду замка. Извини нас. Мне нужно принести чашу из гелиотропа. Чашу? Зачем? Ты что задумал, Гаран? Приказ лорда Харкона, Ортельф. Успокойся. Нашему другу приказано наполнить чашу. Правда? Чистая правда. Он отправляется в красноводное логово. Что ж, тогда удачи тебе. Вингальму и Ортельф, главные советники Харкона. Не сомневаюсь, они очень удивятся, узнав, что ты забираешь чашу. А вот и мы. Так вот, эту чашу нужно наполнить из кровавого источника, который питает красноводное логово. Но этого недостаточно. Когда это будет сделано, туда надо будет добавить кровь могущественного вампира. И не забывай, что красноводное логово превратилось в... Короче говоря, там теперь живут не слишком уважаемые члены сообщества. Тебе решать, договариваться с ними или пробить себе дорогу силой. И поспеши назад. Не в твоих интересах заставлять лорда Харкона ждать. Я выше мелочных дрязг. Не в моем возрасте заниматься ерундой. Был слишком занят плетением заговоров против него. Что? Какая аудиенция? Мне ничего не сказали. А, ясно. Я-то просто подумал, что он послал за нами обоими. Какая неприятность для тебя. Еще один эльф. Шкурой чувствую, как Вингальма примиряется к тебе. Хочет понять, друг ты или враг. Он тебе про меня столько напоет. И какое я чудовище, и почему мне нельзя доверять. Попомни мои слова. Это его надо опасаться. Он тебе глотку перережет, не моргнув, если это хотя бы на шаг приблизит его к трону. Нет, и тебе тоже не следует. Да-да, он твой сородич и все такое, но он думает только о себе. Будешь думать, что вы с ним лучшие друзья, а потом раз, и его клыки вопьются тебе в шею. Ладно. Никогда не понимал страсти нордов к оружию. Древняя купель полная силы. К сожалению, хотя жидкость в ней очень похожа на кровь, это не она. А представляешь, если бы это было так, нам бы вообще не пришлось больше охотиться. Но все равно, жидкость эта могущественная, пропитанная магией. Многие это замечали, но никто не мог полностью оценить ее силу. Да направят тебя предки. Не лезь мне под руку, и я не оторву тебе руки.
проще некуда, не так ли? Надеюсь, жизнь в замке тебе понравится. Конечно! Служение мой долг, и я исполняю его с радостью. Всем, что потребуется. Я счастлив исполнить любое поручение. Я хочу приносить пользу. Часто я делаю то, что Гаран и Фиран считают неприятным или ниже своего достоинства. Если я буду полезен, хозяева позволят мне остаться здесь. Ладно. У здешней жизни масса преимуществ, не так ли? Угу. Ты прекрасно впишешься в обстановку нашего двора, я уверен. Позволь дать тебе один совет. Выбирай с умом, кому доверять. Не все из нас ставят интересы двора превыше всего. Вот, например, Ортьёльф. Он будет уверять тебя, что хочет добра, но поверь мне, ему совершенно нельзя доверять. Не забывай об этом. Он клянется вечной верности, но на деле хочет заполучить трон себе. Он спит и видит себя лордом. Такая цель оправдывает любые средства. Доверься ему, и ты об этом горько пожалеешь. До встречи. Что теперь? Тебе что-нибудь нужно? О, что это? Ты пользуешься моим доверием, поэтому я расскажу, что смогу. Сирана с матерью исчезли много лет назад. Я отправил на поиски весь свой двор. Но шли века, а от них не было ни весточки. Я потерял надежду. В глубине души я знал, что моя жена Валерика забрала мою любимую дочь и скрылась. Если я увижу ее снова, она дорого заплатит за свою измену. О чем еще ты хочешь спросить? Ее звали Валерика. От нее так давно нет никаких вестей, что остается лишь предположить, она покинула этот мир. Скажу только, что расстались мы отнюдь не друзьями. О чем еще ты хочешь спросить? Хорошо.
Ты тут недавно, поэтому слушай, я повторять не буду. Пей кровь Треллов сколько влезет. Но если убьешь Трелла, я тебя надвое порву. Со всех концов Скайрима. Моя работа их приводить. Я стараюсь держать стадо на все вкусы. Ну, кто что любит. Кое-кто приходит по своей воле, но это редко. Почти всех приходится убеждать. До встречи. Тебе что-нибудь нужно? Не лезь мне под руку, и я не оторву тебе руки. Приветствую, брат. Проще некуда, не так ли? Свежая кровь, да? Слушай внимательно, я повторять не буду. Мне плевать на политику. Хочешь пободаться за трон с остальными? Вперед! Я ем, когда хочу. Сплю, когда хочу. И убиваю, когда хочу. Вот что для меня главное. Очень просто. Он говорит, убей, я убиваю. Иногда ему и говорить не надо. Азартная охота. Ты чувствуешь? Чувствуешь, что вся прежняя жизнь была лишь бледной тенью? Когда-то в соратниках я едва могла состязаться со старшими. А теперь я одной левой перебью их всех. И ведь моя сила ничтожна по сравнению с силой лорда Харкона. По правде говоря, кузнечным молотом я владею куда лучше, чем когтями или клыками. Да, было дело. Без особого успеха. Мне не нравилось их позерство. Ведут себя так, как будто они соль земли. Но сейчас это уже не важно. Насыщайся жизнью, друг. Если чего-нибудь захочешь, только скажи. Я еще не забыла, как выковать добрый клинок. Thank you.
Если ты клиент, то заходи. Если нет, то проходи мимо. Кто сделал? Так, если собираешься вниз, за оружие не хватайся, а то нам придется познакомиться поближе. Проходи и веди себя прилично. Не нравятся мне твои глаза. Какой-то в них странный голубь. Добро пожаловать. Раньше я тебя здесь не видела, верно же? Покупай у меня скуму и садись, где нравится. Нервишки шалят? Садись и расслабься. Может, еще налить? Ты это серьезно? Это же красноводное логово. Здесь лучшая скума за пределами Балморы. На первый раз, думаю, можно. Найди себе место и наслаждайся. Нужно что-то? Нужно что-то? Это же ты, из Хелгена. Я сам оттуда еле выбрался. Спину вот повредил. Надо что-то с болью сделать. Эй! Еще бутылку скумы. О, кто это у нас? Любопытно. Присаживайся, дружок. Сомнений, что я тебя найду.
это было? Да! Что там внутри? Почему бы тогда не попить крови прямо из источника? Это проще, чем кабак содержать.
слышишь? Теперь ты умрешь. Смотри-ка, пещера. Кто знает, что там внутри? Надо же! Еда сама пришла. Ужасное происшествие. Странное стечение обстоятельств. Все случилось совершенно неожиданно. Да, ужасное. Новый любимчик лорда Харкона погиб, едва успев присоединиться к семье. Просто повезло, что я оказалась здесь и смогла вернуть чашу Вингальма. Уж он позаботится, чтобы Харкон получил ее. Погоди, что? Мы не так договаривались. Мы отнесем ее назад вместе. Идиот. Ты же не думал, что я тебя отсюда выпущу, правда? Вингальма хочет, чтобы вы оба были мертвы. Что ж, прекрасно. Ортюльф велел мне прикончить любого, кто попытается вмешаться.